В Харьковской области на взятки попался начальник следственного отдела полиции. Как сообщает пресс-служба ГПУ, задержали полицейского при получении 6 тысяч долларов от родственника подозреваемого. За эти деньги следователь обещал изменить для него статью обвинения. Задержали начальника сразу после получения денег. Сейчас в прокуратуре выясняют все обстоятельства этого дела. И если вину полицейского докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.